Всем привет, всем доброго, прекрасного утра, дня, вечера, у кого какая сейчас, какое время суток. Значит, вот, мы стали второй денек, бодрые, крепкие, набрали сил. Короче, Яна, я уже отправил, он поехал домой, потому что вчера дал попилить, он там пилил мимо этого, мимо меток. Короче, видно, что городской парень ничего не умеет. Ну, старается, всегда помогает его помощь. Мне очень тоже помогает. Спасибо ему. Значит, сегодня что будем продолжать? Кстати, вы сейчас будете в шоке, короче. Поставил я тут для мышей ловушку вниз, на земле, как вы видели. А сверху я, когда достал батон, там кусочек батона, после завтрака не доел, положил в тарелку, забыл птичкам в кормушку положить. Что вы думаете, она внизу не залезла колбасу поесть? Зато она залезла, батон грызла. Значит, вывод какой? Она не снизу залазит вверх, а сверху где-то вниз. Ну где там сверху, я не знаю, у меня там ни утеплитель, ничего, им негде там спать. Не знаю, короче, и Жорику вашему давал люлей, ну как, морально. Говорю, кот у меня есть, а мыши, говорю, водятся в доме. Ты что, говорю, офонарел фонарик? Ну, нахер. Вот так, ну ладно, это ничего страшного. Вчера порыбачили, ни черта не словили. Вообще не понимаю, заплатить деньги, чтобы даже ни разу не клюнул, а ну его. Малинка, могу, давайте покажу вам малинку, малинка красненькая уже. Я ее не срываю, Женька приедет и покушает ее. Помидоры красные. О, смотрите, сколько малинки. Видите, какая здоровенная, да? Ну, здоровенная, ну одну сорву, ладно, о, видите? Там красненькая. Ну, красненьких, знаете, как нормально. Где мои помидорчики? Где майные есть помидоры? О! Помидоры красные. Здесь красненькие упали, надо переподвязать. Так, все замечательно. Погодка, я вам скажу, мне такая нравится. Ветерок, прохладно. Работать вообще отвал. Супер, класс. Все, сейчас... Что вам показывать, я вчера показывал. Будем, короче, работать. Напрягаться сильно не будем, потому что я вам сразу говорю, блин, сложно. Может, уже года не те у меня, а? Не те года, не то богатство. Вот, значит, вчера мы распилили. Это выходит сколько? 4 блока. Нам еще осталось 2, 4, 6, 8, 10. То есть мы, можно сказать, третью часть с вами распилили. Сегодня у меня в планах что? Распилить еще 4. 4 распилим. Потом с Женькой, может, завтра, если получится, приедем, потому что там у крестника моего день рождения. Пойду поздравлю. Не знаю, как там процесс этот будет. Ну, будем смотреть. Все. Я пособирал голубичку. Там была голубичка еще. Ну, не полностью пособирал. Ему надоело собирать. О, лодырь, а. Даешь голубику для здоровья, они не хотят есть. Как такое? Я не понимаю этих людей. Все, будем потихонечку пилить. Есть и что-то интересное. Кстати, господа, вчера приходил снова этот корешок. Дайте мне похмелиться. Я не знаю, в тех видео мы рассказывали. Приходил мужик, просил похмелиться. Максим еще сказал, знает, как меня зовут. Это я потом дам люлей тем соседям, которые на Санте со мной работают. Прислали мне от алкаша. Я ему дал, короче, похмелиться. Это было 2 августа. А он, короче, слышите, и сказал, больше сюда не приходи, я не магазин. Вчера пилю, поворачиваюсь, стоит сзади. Уважаемый солидный, извини, пожалуйста, приветствую с самыми наилучшими пожеланиями. С просьбой хочу обратиться небольшой, чисто по-человечески. Дай мне, говорит, похмелиться, Максим. Я говорю, слышишь, дружочек, говорю, во-первых, не пей, чтобы не похмеляться. Во-вторых, говорю, я тебе что, магазин, что ли? Я тебе сказал, что? Не ходи сюда, тут сделали мне проходной двор, я херею. Дай похмелиться. Возьми лучше что-нибудь сделать, то может быть что-нибудь и дал бы. А так, ох и лодырь, а? Работать не хотят, а пить хотят. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить, правильно? Я тоже могу сидеть тут и бухать. Ну, конечно, я не могу, это смысл жизни теряется сразу. Все, пойду работать. Мне нравится с вами просто общаться, я бы общался бы. Надо, Женька, переходить на новый уровень, делать прямые эфиры. Как вы там насчет прямых эфиров? Поболтать со мной один на один, а? Надо сделать.
Здесь жалко просто, что интернет плохой, и с вами так прямой эфир не сделать. Только что если в городе, ну, в городе будете задавать там вопросики или что-нибудь такое. Ладненько, все, я погнал работать. Так, я там белый, не белый. Смотрите, процесс идет, как я и говорил. Два блока я режу, пилю и иду отдыхать. Потом снова два пилю, два отдыхаю. Смотрите, сколько мне осталось. Та-да-да-да, четыре блока. То есть мне еще два захода, всего лишь два захода. У меня уже улыбка до ушей, наверное, становится. А, знаете, сразу смотрелось, пипец, очень тяжело пилить пилой вот это вот ручной. Блин, тяжко, капец, аж рук не чувствуешь. Ну вот, смотрите, я сначала слаживал сюда, это вчерашние блоки. Сегодня, смотрите, как я положил, тут срач, извиняюсь за срач, вот там чеснок сухнет. Я положил, поставил их так, и сейчас это положу, чтобы держал, вот эти верхние держали, чтобы они не упали. А то, знаете, как обидно будет, когда тут это вот, пилил-пилил целый день, потом попадают, потрескаются. И то я не знаю, я бы сразу побежал бы и подал бы в объявление этот дом, чтобы больше меня здесь не было. Все, таким процессиком, короче, класс, еще два, блин. Знаете, когда подходит работа к концу, особенно тяжелая, вообще такое удовольствие, камень с души, с рук, со всего. А-ля-ля, и сразу радуешься жизни, потому что это круто. О, все, смотрим. Все, следующие встречи у нас через мгновение, когда я все попилю. И расскажу, что следующий будет этапчик какой. Господа, эта песня звучит в честь того вот чего. Это, господа, победа. И не побоюсь этого слова, большая победа над нашими блоками. У-ху, вот как мы это сделали, да? А вчера я как посмотрел на них, все, у меня руки опускались, это капец. Значит, что? Сила и труд, все перетрут. Так что не очкуйте, смотрите, сколько получилось. Там получилось, давайте сейчас даже посчитаем. 2, 4, 6... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Там 7, 14. 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30. И там 42. 42 блока. Это 42 блока, это значит где-то сколько пиляний. Короче, жесть, сколько пиляний. Ну, мы это сделали. Все, я очень рад. Это круто. Еще... Спасибо, конечно, что вы смотрите. У меня это тоже силушка придает, чтобы вас-то не подвести. Так бы вас бы не было, я бы такой, сделаю в следующем это. И еще хочу сказать. Смотрите, если кто-то, человек, кто-то, говорю, если человек делает, старается все своими силами, своими руками, смотрите, не было дождя, вообще не было дождя. Я вот прямо сейчас закончил пилить, умылся, ну, помылся, помыл руки. Кстати, мордяшку свою не умыл, может, грязно, но ничего. И пошел сразу дождь. То есть дождик, сила, матушка природа ждала, чтобы я закончил, чтобы прекрасно полить. Еще хочу сказать, я их не накрывал, эти блоки, потому что в этих, где я пилил, там поры, и там это еще смесь от блоков. Классно, сейчас дождик как раз вымыет, и все. И смотрите, мы приедем в следующий этап, для чего вообще эти блоки нужны. Конкретно для чего, куда, зачем, это вы увидите в следующем видео. Они нужны для чего-то серьезного. Это будет очень интересно. Это будет очень интересно. Так что спасибо, кто меня поддерживал этих два дня за это видео. Ставим лайки, конечно же, комментируем. И чтобы не пропустить следующие интересные, такие душевные видосики, конечно, колокольчик включаем. Оповещение о наших крутых видосиках. Все, до новых встреч. С вами был Макс Мастер на канале Я Кубики. Подписываемся и делим видео. Пока!